Меня зовут Мария Николаева, Шанти Надхини, Атмананда, Далмаджанкху, Мадеши Ринади. У меня 5 имен, под ними выходят разные книги. Я философ, у меня 3 высших образования, востоковед по второму высшему, и это моя основная специализация, по которой я выступаю как наставник экспертов. Я провела 15 лет в 40 странах мира, в основном в Юго-Восточной Азии, и обучалась у более 50 восточных мастеров в самых разных традициях восточных. Соответственно, последние 15 лет я преподаю восточные практики, и моими клиентами выступают в основном не начинающие, а преподаватели йоги и продвинутые практикующие. Поэтому последнее время я веду наставничество именно для экспертов. У меня в коучинге находятся именно преподаватели йоги. Какое-то время я преподавала философию йоги на йога-тичерских курсах. И сейчас я концентрирую свою работу на создании авторских методик, поскольку у большинства экспертов уже есть какие-то свои наработки. Они окончили какие-то курсы, много лет работают. И, соответственно, многие говорят, что у них есть авторская методика. Когда начинаешь спрашивать, в чем она состоит, на самом деле никто толком не может объяснить. То есть на самом деле никакой методики нет, есть то, что я называю интуитивный подход. То есть как-то что-то человек делает по-своему, но при этом не рефлектирует то, что он делает. Соответственно, я помогаю таким людям свою, в общем, авторскую методику действительно осознать, перевести в письменный формат. И сейчас я запустила новый проект именно по написанию книг. У меня написано 40 книг, они выходили в 12 издательствах, общий тираж 100 тысяч экземпляров еще в нулевые годы. Также много печатаюсь в масс-медиа. И, соответственно, я решила помогать другим экспертам тоже писать книги. Конечно, экспертам в своей области. Соответственно, сейчас у меня в наставничестве вот в этом новом проекте первые 3 преподавателя йоги, которые работают над своими книгами. И, соответственно, я буду рада видеть кого-то еще. Также у меня часто бывают психологи по другим направлениям. Прежде всего, это женские практики. То есть женские психологи тоже добро пожаловать. И также другие эксперты, допустим, инструктора по цигун. То есть все, что связано с восточными практиками преимущественно. Номер телефона не даю, потому что я все равно никогда не беру трубку. Могу написать ВКонтакте, можете добавляться в друзья.